печень. Только терпеливый закончит дело, а торопливый упадет. Саади. Введение. После очистки толстого кишечника необходимо приступать к очистке печени. Вся минозная кровь из кишечника, за исключением нижнего отдела прямой кишки, проходит через печень. За годы нашей жизни она обезвредила и закапсулировала в себе столько, что увидев все это, выходящее вон из своего организма во время специальной чистки, вы не поверите своим глазам. В данном разделе будут рассмотрены как древние, так и современные рекомендации по оздоровлению печени и будет разобрана сущность этих методов с научной точки зрения. Параграф 1 общие сведения о печени и ее функциях. Анатомия печени. Печень человека закладывается на третьей неделе эмбрионального развития из начального отдела первичной средней кишки и развивается зачаток печени. Печень – самая крупная железа в организме человека. Вес ее колеблется от полутора до двух килограммов. Она мягкой консистенции, имеет форму неправильного усеченного конуса с закругленными краями. На ней различают две поверхности – верхнюю выпуклую, обращенную к диафрагме, и соприкасающуюся с ее нижней поверхностью, и нижнюю, обращенную вниз и назад, и соприкасающуюся с рядом органов брюшной полости. Почти со всех сторон печень покрыта брюшиной. Исключение составляет ее задняя верхняя поверхность, сращенная с нижней поверхностью диафрагмы. Печень ⁇ орган подвижный. Будучи фиксирована к диафрагме, она следует при вдохе и выдохе за ее движениями. Доказано участие диафрагмальных нервов в иннервации печени. Удержание печени на месте способствует давлению брюшного пресса кровообращение и лимфообразование в печени. В печени очень развита венозная система, как по протяжению, так и по вместимости. Она подразделяется на воротную вену и систему печеночных вен. Своеобразность воротной вены заключается в том, что она начинается и заканчивается капиллярами. Если печеночная артерия доставляет кровь, богатую кислородом, для питания печеночной ткани, то воротная вена собирает кровь из всего желудочно-кишечного тракта и селезенки и является основным сосудом, определяющим функцию печени. Она имеет один из основных анастомозов. Анастомоз – это обходной проток, который в норме закрыт. С венами прямокишечными, верхней, средней и нижней. Благодаря этим венозным соединениям печень играет важную роль в деятельности почек, селезенки, желудка, сердца и других органов. По некоторым данным, можно считать, что через печень протекает в одну минуту в среднем 1500 миллилитров крови, и из них 1200 это 80 процентов через воротную вену и 300 мл, это 20%, через печеночную артерию. Кровь, поступающая в воротную вену из различных отделов брюшной полости, смешивается не полностью, а частично идет как бы отдельным потоком. Примерно как одна река впадает в другую, некоторое время течет отдельным потоком, прежде чем смешаться. В связи с этим в разные части печеночной ткани поступает кровь преимущественно из различных брюшных отделов. Так селезеночная кровь поступает больше в левую долю печени, а от толстого кишечника в правую. Другой особенностью печеночного кровотока является более медленный ток крови через печеночные сосуды по сравнению с другими органами. А вот давление в воротной вене по сравнению с венами других областей отличается большей силой от 7 до 14 мм ртутного столба. Кроме того, надо принять во внимание, что ток крови в самой печени изменяется от присасывающего действия грудной клетки и движения диафрагмы. Лимфообразование в печени весьма интенсивно, поскольку от 1 3 до 1 2 всей лимфы тела происходит из этого органа. Функции печени. Печень является одновременно органом пищеварения, кровообращения и обмена веществ углеводный, жировой, белковый, водный, минеральный, пигментный, витаминный, гормональные обмены в организме тесно связаны с функцией печени. В ней осуществляются специфические защитные и обезвреживающие ферментативные и выделительные функции – направлены на поддержание постоянства внутренней среды организма. Так к ядовитым веществам, поступающим из толстого кишечника, индол, скотол, тирамин, присоединяется серная и глюкоруловая кислоты и образуются малоядовитые эфирно-серные кислоты. Эти парные соединения выводится дальше по каналам очистительной системы. В связи с вышеизложенным возьмем пример, приводимый Шуваловой, статья «Болезни печени и желчных путей» из журнала «Факультет здоровья». При попадании в кровь каких-либо чужеродных веществ, например, угольных частиц, они полностью захватываются печенью и только в тех случаях, когда доза чужеродных веществ велика, они появляются в других органах. Вместе с тем, печень принимает участие в промежуточном обмене веществ независимо от пищеварения. Она участвует в процессе гемориза, то есть распада эритроцитов, отслуживших свой век, совершающегося в селезенке, в кровяном русле, этот процесс заканчивается в печени с желчеобразованием. Следует упомянуть и о такой функции печени, как мочевинообразование. Оно совершается только здесь, а мочевина, как конечный продукт белкового обмена, выводится почками. Это указывает на тесную связь функции печени и функции почек. Желчеобразование. Желчеобразование является специфической функцией печени, но оно подготавливается деятельностью ряда органов и тканей. В сутки у человека образуется от 800 до 1000 мл желчи. Желчь по желчным путям, имеющим просвет 4 мм и длину от 2 до 6 см, доходит до пузырного протока. Просвет пузырного протока в среднем равен 3 мм а его длина от 3 до 7 сантиметров. Общий желчевыводящий проток, куда впадают оба эти протока, имеет просвет 6 мм и длину от 7 до 8 сантиметров. При закупорке устья просвета общего желчного протока может увеличиться до 1,5-2 сантиметров поперечники без какой-либо патологии. Желчные пути богато снабжены гладкомышечными волокнами, благодаря чему они могут активно продвигать желчь то в одном, то в другом направлении. Часть желчи скапливается в желчном пузыре, имеющем длину 12-18 см и вмещающего до 60 мл желчи. Однако он легко растягивается и может свободно, без повреждений, вмещать до 200 мл жидкости. Он также снабжен мышечными волокнами и может сокращаться совместно с желчными путями, выбрасывая желчь в 12-перстную кишку под давлением 200-300 мм водного столба. Желчный пузырь обладает способностью концентрировать желчь в 10, 20 и более раз. Моторный нерв желчного пузыря блуждающий и регулируется правым диафрагмальным нервом энергия необходимая для желчной секреции образуется за счет тканевого дыхания печени желчь является секретом печеночных клеток вкус желчи горький с последующим сладковатым привкусом запах своеобразный ароматический реакция желчи слабо щелочная желчь участвует в кишечном пищеварении, способствует нейтрализации кислой пищевой кашицы, поступающей из желудка в двенадцатиперстную кишку, эмульгирует жиры и способствует их всасыванию, оказывает возбуждающее действие на перистальтику толстых кишок. С ней выводятся из крови различные экзо- и эндогенные вещества, которые, скапливаясь в крови, оказали бы вредное влияние на деятельность организма, а также излишки холестерина. Вот состав пузырной желчи. Вода около 84%, желчная кислота 7%, муцин и пигменты 4,1%, минеральные вещества 0,8%. Жиры 3,1%, холестерин 0,6% и ряд других веществ. Образование желчи происходит непрерывно, уменьшается при голодании, перегреве, увеличивается при, при понижении внешней температуры. Усиление портального кровообращения и при наличии в принятой пище продуктов переваривания белков и особенно жиров. Параграф 2. Патология печени. Образование желчных камней и воспаление желчных протоков. Разберем по порядку составные части желчи. После воды желчные кислоты занимают второе место 7%. Они образуются в печени из холестерина. Их главное свойство – сильно понижать поверхностное натяжение жидкости. Уменьшение содержания желчных кислот вследствие нарушения способности клеток печени при различных ее поражениях синтезировать эти кислоты или при застое желчи в желчном пузыре есть одна из главных причин выпадение из раствора холестерина и солей кальция и образование желчных камней. Желчные пигменты в основном представлены пигментом билирубином золотисто-желтого цвета и биливердином зеленого цвета. При окислении билирубин превращается в биливердин. Образуется он в основном из гемоглобина крови. По своей химической природе эти пигменты близки к парфинам. Холестерин нужно для организма веществу, входящее в состав клеток. Однако чрезмерное его количество вредно для организма. Теперь мы знаем, что застой желчи или уменьшение содержания желчных кислот в ней из-за нарушения функции печени их вырабатывать приводит к тому, что поверхностное натяжение желчи возрастает. Это способствует образованию коллоидных растворов холестерина, жирных кислот, фосфорнокислых и углекислых солей кальция, а также труднорастворимых в воде билирубинов кальция. Если содержание желчных кислот падает ниже необходимой нормы, то из раствора прежде всего выпадают холестерин и жиры. Образуется эмульсия холестерина, которая постепенно затвердевает, и холестерин в ней кристаллизуется. Если в желчных протоках имеется воспалительный процесс, то на этой основе начинают расти другие камни. Вот темпы роста желчных камней по данным Ашофа. Холестериновый камень растет много месяцев и даже несколько лет. В условиях воспаления рост его значительно ускоряется. Воспаление желчного пузыря, холецистит и желчных протоков, холангит, развивается в большинстве случаев при наличии в них камней, а также микроорганизмов, проникающих в желчный пузырь главным образом из кишечника. По материалам вскрытий Ридель утверждал, что у каждого десятого имеются желчные камни. Образование желчных камней в основном зависит от питания и начинается с 16-20 лет, а в 70-летнем возрасте их обнаруживают у каждого третьего. Согласно данным Ивана Павлова, Брюно, Кладинского и других, как состав желчи, так и эвакуацию из кишечника находится в прямой зависимости от характера пищи. Так при жирной и богатой белками пищи выделяется более густая, концентрированная желчь, богатая плотными веществами, холестерином и билирубином. Женщины болеют в 6 раз чаще мужчин. Беременность благоприятствует образованию желчных камней, так как происходит застой желчи в желчном пузыре, матка оттесняет внутренности, повышает внутрибрюшное давление и меняет положение желчного пузыря и протоков, а также вследствие повышения холестерина в крови развивающегося в последние месяцы беременности и в первое время после родов. Наконец, во время беременности могут создаваться некоторые нарушения функционального состояния печени. Особенности женского и мужского дыхания также объясняют частоту этого заболевания. У женщин при грудном дыхании происходит менее глубокая по сравнению с мужчинами брюшным экскурсия диафрагмы. Движение же диафрагмы благоприятствует току желчи в желчных путях. Дискинезия желчных путей ⁇ это расстройство моторики и отсюда своевременного опорожнения желчного пузыря. В основе дискинезии желчных путей лежит изменение в деятельности центральной нервной системы. При этом нарушается согласованное сокращение мускулатуры желчного пузыря, сфинктера одни и поступление желчи в общий желчный проток и двенадцатиперстную кишку. Помимо этого может быть мышечная слабость желчных путей. Причиной этой слабости может являться особое строение тела, астенический тип, например, сидячий образ жизни, а главное недостаточность натурального питания богатого минеральными веществами, витаминами и другими нужными веществами. При выполнении ниже указанной чистки из вас выйдут самые разнообразные камушки. Вам, конечно, будет интересно узнать, какие камушки это, откуда вышли а также из чего они образованы и причина их образования. Желчные камни в желчном пузыре имеют округлую форму. Желчные камни внутри печеночных ходов могут быть ветвистыми и представляют собой точный слепок, желчного протока. Внутри печени и в желчных путях и в желчном пузыре встречаются твердые, колючие, ветвистой формы, черные пигментные камни. Чистка их раздробит, и они выйдут в виде подсолнечных семечек и черного песка как каменноугольная пыль до 6 мм. По составу желчные камни делятся на холестериновые, большие комбинированные, сложные холестериново-пигментные солевые и пигментные. Холестериновые камни имеют величину от горошины до сливы. Форма округлая, поверхность гладкая, цвет белый или светло-желтый и встречается в желчном пузыре. Они мягкие, легкие, плавают в воде. Причина образования – обогащение желчи холестерином, а также уменьшение защитных коллоидов желчных кислот и застой желчи. Холестериново-пигментные – известковые, самый частый вид желчных камней. Они всегда множественны и имеют форму неправильных многогранников. Величина их от булавочной головки до крупной горошины. Цвет беловатый, сыроватый, при преобладании холестерина и извести в коре камня. Или бурый и темно-зеленый при преобладании пигмента биливердина. Возникновению этих камней способствует чаще всего инфекция и воспаление желчного пузыря и желчных протоков. Возможно их возникновение и без инфекции, а в результате неправильного сочетания пищевых продуктов, прошедших термическую обработку. Пигментно-известковые камни черно-зеленого цвета, многочисленные, хрупки, разнообразной формы. Иногда это бурые крошащиеся комки доказано, что закладка этих камней происходит во внутрипеченочных желчных ходах. Эти камни лишены холестерина, содержат примесь меди и развиваются из микролитов. Микролиты имеют диаметр от 7 до 60 микрон, состоят из белковой основы, желчных пигментов и извести. Причина их образования – попадание чужеродных частиц из кишечника в кровь. Вспомните пример с угольными частицами, где они связываются белками и пигментами желчи и потихоньку удаляются через желчные протоки. А в кишечник они попадают в виде вареной пищи и из воды. Ведь в процессе варки органические вещества превращаются в неорганические, выпадают в осадок, как в чайнике после кипячения, которые не усваиваются организмом и как чужеродный продукт выводится вместе с желчью. В части случаев микролиты дают начало пигментно-известковым камням, развивающимся в желчных протоках и пузыре. В итоге могут образовываться два вида камней. Чистые пигментные камни, связанные с процессом Гемолиза и землянистые пигментные камни, связанные с застоем желчи. Наибольшая редкость, к счастью, чистые известковые камни. Они белые и твердые, и развиваются на почве воспаления в результате пропитывания известью клеточных обломков и белковых масс. Кальций известь и в этом случае доставляется из вареной. Пищи. Междольковые выводные протоки желчи идут рядом с междольковыми кровеносными сосудами и соединяя друг с другом, образуют сначала правые и левые долевые протоки, а затем общий печеночный проток. Системы внутрипеченочных желчных путей правой и левой долей печени строго разграничены. Правый долевой желчный проток принимает желчь из переднего и заднего протока. Территорию, обслуживаемую каждый из этих протоков, называют сегментом печени. Каждый из названных сегментов собирает желчь из междольковых выводных протоков на территории сегмента. Границы между сегментами, как правило, не нарушаются ни желчными путями, ни артериями, ни венами воротной системы. Отсюда в среднем одна чистка пробивает один сегмент, а их четыре. Поэтому как минимум, чтобы очистить печень, желательно сделать четыре чистки. Портальная гипертония и ее последствия. Современное питание делает нашу кровь более кислой. В норме PH крови слабощелочная. Лишенная достаточного количества живых минеральных веществ, витаминов и ряда других элементов. Малоподвижный образ жизни и вышеуказанное состояние крови незаметно приводят к дискинезии желчевыводительной системы. Величина сопротивления в желчевыводящем протоке может возрастать до 700%. 50-800 мм водного столба. Это почти атмосфера. Концентрация желчи, как известно, может увеличиваться в 20 и более раз. Вещества, находящиеся в таком концентрированном виде, могут выпадать в осадок. Как указывалось, первым начинает кристаллизоваться холестерин. За ним билирубин с продуктом его окисления соли, извести. Эта тройка является главным составляющим желчных камней. Наряду с твердыми камнями в печеночных протоках откладывается аморфная билирубина, кальцевая масса, похожая на сгустки. В желчном пузыре и протоках может находиться желтовато-белый песок, марка, кашицеобразная масса. Печень как бы распирается изнутри от этих желчных тромбов, как твердых, так и мазутообразных. При этом сильно сдавливаются окружающие ткани, так как давление желчи в желчевыводящем протоке может достигать атмосферы. Это затрудняет ток артериальной крови, несущий кислород по печеночным артериям, и особенно затрудняет кровоток поворотной вени, несущий питательные вещества из кишечника. В итоге развивается портальная гипертония. Обратимся за разъяснением к Большой медицинской энциклопедии, старой, советской. Портальная гипертония ⁇ это повышенное давление крови в воротной вене. Другое название ⁇ портальная вена. Оно является следствием, а причину я уже описал затруднение тока крови через печень в связи с теми или иными механическими препятствиями. Например, образование желчных тромбов в желчных протоках, белковая инфильтрация печени, белковые массы, откладываясь в печени, раздвигают печеночные балки, сдавливают эпитериальные клетки, приводя их к атрофии. Создается перестройка структуры органа. Часть крови, не пройдя через печень, поворотной вены, идет в обход, так называемое коллатеральное кровообращение по анастомозам с верхними и нижними полыми венами прямокишечными и другими. Смотрите схему. Возникает застой на увеличение селезенки. А если застой крови, то дыхание и питание отсюда ее функции становятся хуже с селезеночником на заметку. Застой в венозной системе поджелудочной железы приводит к дистрофическим изменениям в ней и к нарушению ее функции. Не это ли будет главной причиной трудноизлечимости сахарного диабета? Диабетчикам на заметку. Застой в венах желудка и кишечника – нарушает секреторные и всасывающие свойства этих органов. Не здесь ли кроется причина несварения и плохого усвоения пищи дистрофиком на заметку? Это также приводит к сильным кровотечениям, особенно из сосудов желудка, кишечника, пищевода, прямой кишки, обильным месячным у женщин, тромбом на ногах и геморрою. Артериальное давление падает гипотоником на заметку. Рисунок 12, показывающий типы коллатериалей, на передней брюшной стенке при инфракрасной фотографии. Первая голова медузы, второе – верхний тип, третий – нижний тип, четвертое – сочетание с со сдавливанием нижней полой вены. Это все мы говорим о портальной гипертонии. В связи с тем, что происходит атрофия клеток печени, от сдавливания и местной недостаточности питания, страдает углеводный, жировой, белковый, водный, минеральные обмены и так далее и тому подобное. Перечислять расстройства и заболевания, возникающие от нарушения всех этих обменов, которые к тому же трудно диагностируются, нет смысла. И так ясна чудовищность последствий грязности и забитости нашей печени. Об этом же говорят и йоги. Вот отрывок из книги Йога-терапия Ягина с вами Шивананда. Слабая печень является основным условием нарушающим наше общее здоровье. И в особенности это влияет на рост организма в целом. Здоровье печени обеспечивает здоровье и жизнедеятельность всего организма. На важнейшие железы в организме – гипофиз, щитовидная и поджелудочная железы, которые способствуют развитию организма, дают ему рост и помогают печени в процессах пищеварения, парализуются. Когда они перенапрягаются, стараясь помочь больной печени. Общее расстройство не только влияет на рост и развитие организма, но и чревато ужасными последствиями. Интересно и своеобразно о причинах заболевания печени рассказано в Джудши. Это тибетский трактат средневековый. Склонность к жгучему, острому, горячему, масляному. Неукротимый гнев в духовной природе. Сон в жаркий полдень. И после еды, тяжелая работа, непосильный труд, копание земли твердой, натягивание сухого лука, драка, борьба, бег на перегонки изо всех сил, падение с лошади и скручи, попадание под падающие, удар камнем, побои палкой, мясо, тростниковый сахар, чай и прочее в большом количестве вот эти условия вызывают жар печени. Мы можем потреблять пищу, богатую витаминами, минеральными веществами и другими наивысшего качества питательными веществами. Но из-за забитости царицы старшей, так называют печень тибетские лекари, из-за того, что часть питательных веществ минует печень, проходя по анастомозам в другие вены и не превращается из-за этого в нужную, усваиваемую для организма форму, мы можем страдать от нехватки питательных веществ, что и наблюдаем в самом деле. Пищевые вещества, миновавшие печень, являются чужеродными для организма и вызывают различные аллергические реакции. Поэтому, прежде чем идти к врачам, мучить себя, выявлять аллерген и тому подобное, почистите свою печень и, глядишь, аллергия исчезнет. И так происходит во многих случаях. Вообще, даже при правильном питании и соблюдении всех других принципов оздоровления, с грязной печенью мы продвигаемся гораздо медленнее, чем нам хочется. Именно по этой причине многие разочаровываются в естественном пути оздоровления. Параграф 3. Симптомы, указывающие на болезни печени. Давайте сначала разберем древнюю симптоматику заболеваний печени, а затем сравним и дополним ее современной. Обратимся вновь к джудши. Тибетские лекари считали, что болезней всего три – от ветра, желчи и слизи. Расстройство одной из высоуказанных функций приводит к болезням. Причем под функцией желчи они понимали очень широкое понятие и разделяли желчь на пять видов. Желчь пять видов. Переваривающая, цвет изменяющая, притворяющая, дающая зрение и ясный цвет. Переваривающая желчь находится в желудке между переваренной и непереваренной пищей. Она переваривает пищу, отделяет сок от осадка, дает тепло и силу остальным четырем видам желчи. Желчь, цвет меняющая, находится в печени она полностью изменяет цвет прозрачного сока на красный. Желчь притворяющая находится в сердце. Она дает душе чуткость, гордость, разум и страстность. Желчь, дающая зрение, находится в глазах и способствует восприятию формы. Желчь ясный цвет находится в коже, делает ярким ее цвет. Согласно китайским медицинским источникам, функция печени и желчного пузыря относятся к элементу дерева и тесно связана с ткани тела – это мышцы, органы чувств зрения, выделение слезы, эмоции – гнев, звуки – крик. Вкус кислый, время года весна, цвет зеленый и синий. Планета Юпитер, мясо цыпленка, злаки пшеница, плоды слива. Вообще тибетцы различали 26 болезней желчи, а китайские врачеватели даже по снам научились ставить диагноз. Так при полноте печени, то есть когда энергетическая функция печени наиболее сильна, снятся гневные сны. При пустоте, то есть когда энергии мало, снится лес. А теперь перейдем к описанию современных симптомов при заболевании печени и желчного пузыря. Диагноз желчекаменной болезни. Наиболее типичным для желчекаменной болезни симптомом служат острые болевые приступы, желчная или печеночная колика. Рисунок 13. Болевые точки при желчекаменной болезни. Первая точка желчного пузыря. Вторая эпикастральная зона болезненности. Третья хиладаха панкреатическая зона. Четвертая плечевая зона, 5 точки 8, 9 и 11 грудных позвонков, 6 точка лопаточного угла, 7 точка диафрагмального нерва. Боль наступает приступами, длительностью от нескольких минут до нескольких часов. Чаще всего боль появляется внезапно, иногда ей предшествуют предромальные симптомы, потеря аппетита, тошнота тяжесть под ложечкой и чувство напряженности в правом подреберье, возможно вследствие переполнения желчного пузыря с желчью. Причинами, вызывающими желчную колику, являются нервное и физическое переутомление, эмоции, охлаждение тела, переполнение и раздражение желудка после приема пищи, особенно острой. Желчная колика у женщин нередко совпадает с менструациями, или наступает после родов. Колика наступает обычно в первую половину ночи, когда функции печени и желчного пузыря максимальны. Через 3-4 часа после вечерней еды, то есть в момент наибольшего истечения желчи в двенадцатиперстную кишку и максимального наполнения и раздражения ее пищевой кашицей. Характер боли разнообразный, колющий, режущий, как бы раздирающий на части правую сторону живота. В начале приступа боль бывает распространенной, но вскоре она начинает концентрироваться в тех областях, которые указаны на рисунке. Какие это области? Первая – это чуть выше пупка. Вторая – это под ложечкой. Третья – это ниже пупка, примерно аппендицит. Четвертая – это плечи. Пятая это спина, чуть выше поясничного отдела, шестое под лопаткой и седьмое под ключицей. Желчная колика обычно сопровождается тошнотой и рвотой в начале пищи, а затем слизью и желчью. При этом в отдельных случаях с обильным истечением желчи извергаются и маленькие желчные камни. Часто больные жалуются на похолодание конечностей. У некоторых появляются судороги икроножных мышц и мышц пальцев рук. Диагноз хронического гепатита. Общая слабость, снижение аппетита, иногда горечь во рту, жжение в эпигастральной области. Нередко тошнота, запоры, иногда поносы. При обострении болезни зуд кожи, повышение температуры тела до 37,1 и и 37,6 градусов Цельсия. Часто наблюдаются нарушения нервной системы, подавленное настроение, потливость, повышенная раздражительность, нарушение сна. При осмотре у одной трети больных, в особенности в период обострения, можно обнаружить наличие печеночных ладоней, покраснение кожи в области ладонной поверхности большого пальца и мизинца, а также сосудистых звездочек. Указанные звездочки представляют собой пульсирующий мелкий сосуд, от которого лучеобразно разветвляются тоненькие нежные сосудистые веточки, напоминающие ножки паука. Размер их колеблется от булавочной головки до горошины в диаметре. Наиболее часто сосудистые звездочки находятся на лице, плечах и предплечьях, на спине. При улучшении функционального состояния печени они могут исчезать. При хроническом гепатите происходит поражение суставов и легких, дискинезии желчных путей. Общие симптомы. Невротические расстройства, боли в правом подреберье, гипотоническая форма, боли в правом подреберье постоянные, тошнота, отрыжка, атонический запор, гипертоническая форма, боли периодические, жалобы на появление тошноты, чередование поносов с запорами, воспаление желчного пузыря и желчных протоков. До появления боли чувство тяжести подложечной области через 1-3 часа после еды, сопровождающиеся вздутием живота, легкое познабливание и недомогание после приема пищи, поносы, возникающие особенности после приема жареной пищи. Также можно наблюдать ксантоматоз кожи на лице, на веках, щеках, губах, на локтевых сгибах, пальцах, в виде желтых пятен, приподнимающихся над поверхностью кожи. Можно наблюдать колбовидное вздутие фаланги пальцев. Теперь по вышеуказанным симптомам вы можете самостоятельно судить о здоровье своей печени и желчного пузыря. При появлении вышеуказанных состояний вы можете начать раннее их предупреждение. Коррекцию, а не доводить себя до крайностей. Если вы сомневаетесь в себе в своих способах оценки своего состояния, то сходите к врачу, чтобы диагноз был установлен и вы знали наверняка, что вам нужно делать. Параграф четвертый. Эффект чистки печени. Многие думают, что у них с печенью все в порядке. Это глубокое заблуждение. Я на своем опыте и опыте многих людей убедился в этом. Желчные камушки в печени очень прочно сидят. И так просто их не взять. Так до чистки печени я голодал несколько раз по 7 суток, раз 10 и раз 18 суток, а по 3 дня около десятка раз. Кроме того, еженедельно по 24 36 часов в течение трех лет. А мой товарищ сделал серию голоданий три раза по 19 дней с перерывом в 2 месяца. И вот, когда мы с ним начали чистить печень, из нее выходило по пол-литровой банке камушков. Также вышло много застарелой желчи, напоминающей деготь, темная пленка, хлопья и другая мерзость. Это лишний раз подтверждает целесообразность проведения такой чистки. Эффект чистки печени поразительный. Так прочистив его в первый год пять раз. Всего я сделал около 20 чисток. Я ощутил такой эффект выздоровления, которого не было за предыдущие пять лет следования методом естественного оздоровления. Я стал чувствовать необыкновенную легкость и обновление всего организма. Познал, что такое настоящее здоровье. Но это не мои отдельные ощущения. В клубе бодрость который я веду, через эту чистку прошли многие и не один раз. Причем приходили люди, от которых отказались врачи. Им просто было страшно делать операцию по поводу камней в желчных протоках и пузыре, так как и престарелый возраст и общее состояние не позволяли этого сделать. Проделав же процедуру очистки печени, они буквально воскресли и прекрасно себя чувствовали. Например, Савиных Николай Тимофеевич. 1925 года рождения, приполз в клуб с собственным весом 96 кг при росте 170 см. Настолько больным, что думал не дожить до следующей весны. Дело было в декабре. Но раздельное питание, чистка толстого кишечника и печени, а также уринотерапия сделали его другим человеком. 63 кг весу и бегающим в одних трусах и думающим жить и жить. На все эти преобразования ему понадобилось чуть больше полугода. И, кстати говоря, все это он проделал самостоятельно, хотя имел образование всего три класса. Я могу еще привести пример Магадасян, Халангот и многие другие страдали не один десяток лет желчекаменной болезнью. Им предлагали операцию, но после чистки печени она им не понадобилась. Это только мой опыт, а по России это делается повсеместно, особенно там, где имеются грамотные в народной медицине люди. Надежда Алексеевна, приведу случай, рассказанный ленинградцем Юрием Андреевым. Мне пришлось встретиться вот с таким случаем и грустным, и поучительным. Парнишка 31 года как-то пришел, добрался к нам, бледный, сухой, с одышкой. Ему должны на операции по поводу сердца удалить часть аорты и заменить сосудом бедра. Ему деваться некуда. Он задыхается, ему плохо. И, естественно, полез в литературу и из нее узнал, что процент удачных операций в его случае не более 30. То есть 31 год и такой малый шанс. Он пришел и спрашивает, может есть другие возможности. А какой смысл в этой операции, если у тебя по сосудам вместо крови идет содержимое клаки. Жутко кровь. Но сделают даже удачную операцию, а потом все то же самое. А что делать, спрашивает он. Почиститься, отвечаю ему. Начать чистку печени. Он поехал к Татьяне Александровне Буревой, о которой некоторые здесь знают как о легендарной женщине. Ей 85 лет. Она великолепно разработала методику чистки печени. Прочистила печень многим выдающимся космонавтам. И вообще много высокопоставленных людей к ней приходило потихоньку даже из Минздрава. Хотя официальная медицина стоит против нее круто рогами, потому что диплома у нее нет. И вот он приехал к Татьяне Александровне. Она поняла сложность этого случая и прочистила ему печень подряд два раза. Потом он перешел на нормальное питание. Через месяц его встречаю. Бежит Парень через ступеньку на четвертый этаж и никакой операции не нужно, потому что у него чистая кровь. Причем Татьяна Александровна чистить, очищает печень людям любого возраста, начиная с 5 лет и кончая с 105 годами. И это оказывает свое воздействие. Когда моему отцу было более 80 лет и он был в тяжелом состоянии после второго инфаркта, мы ему решили помочь и уговорили у нее почиститься. Он, конечно, сомневался. Такое состояние. Ну и, конечно, консерватизм, страхи и все прочее. Но поскольку Татьяна Александровна Старше него 84 года и на смех подняла его страхи. Он сдался, согласился на чистку. Вышло 60 больших камней и 200 маленьких. Как же он мог жить здоровым человеком при такой засоренной печени? Есть женщина, которая... За Татьяной Александровной гонялась в течение пяти лет по всему свету, потому что ей предложено было вырезать желчный пузырь. Там на снимке был виден большой камень, в котором до 60 здоровых фасолевых камней. И вот обошлось без операции, все выгнали. Примеры, приведенные в этом разделе, красноречиво говорят о многогранной пользе этой чистки и ее безопасности. Давайте в следующем разделе капитально разберем, действительно ли безопасна эта чистка и на чем основано ее действие. Параграф 5. Физиологические механизмы, используемые при чистке печени. В качестве основного аргумента против этой чистки приводят такой довод. Протоки желчные 3-4 мм в диаметре, а камни выходят до 20 и более мм и причем свободно. Такого не может быть. Когда же говорят, что сами видели вышедшие камни, то противник утверждает, что это каловые камни, вышедшие из толстого кишечника, пугают возможной закупоркой и другими осложнениями. Увы, эти люди абсолютно ничего не смыслят в данной процедуре. Обратимся опять к вышеупомянутой брошюре Факультет здоровья номер 4 за 1986 год. Там на странице... 34, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, профессор, зав. кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Первого Ленинградского медицинского института имени Ивана Павлова Шавалова Евгения Петровна описывает Беззондное, так называемое слепое промывание желчных путей, которое называется дюбаш и широко применяется врачами. Методика проведения дюбажа следующая. Утром натощак больному дают выпить 200-250 мг минеральной воды из предварительно открытой бутылки негазированной или малогазированной комнатной температуры. К минеральной воде можно добавить 5 граммов сернокислой магнезии или сорбита, что способствует более энергичному освобождению желчного пузыря. Через 15-20 минут снова дают выпить минеральную воду в таком же количестве. После приема минеральной воды больной находится в горизонтальном положении в постели в течение полутора-двух часов с грелкой в области правого подреберья. Дюбаш можно производить, используя в качестве раздражителя только раствор сернокислой магнезии или сорбита или настоя желчегонных трав. К сильнодействующим средствам, обеспечивающим повышенное выделение желчи, относятся яичные желтки, растительные масла, сернокислая магнезия, Соль барбара и карнаварская соль. 40-50 мл 33% раствора магнезии подогретого до 40 градусов Цельсия вызывает сокращение желчного пузыря сфинктер Люткенса и общего желчного протока сфинктер Оди. Кто плохо переносит магнезию, дают концентрированный раствор сахара, глюкозы, сорбита, ксилита или оливкового масла. Наиболее эффективны в отношении раскрытия сфинктера Оди и опорожнения желчного пузыря оказываются жиры пищи и продукты переваривания в кишечнике. Вся вышеуказанная информация строго научная. Из нее мы уже знаем, что промывать желчные протоки можно. А теперь мы обратимся к опыту народной медицины, на что она опирается. Первое. Исходя из вышеизложенного, нам необходимо сильное желчегонное средство. Целителями было подмечено, что прием больших доз растительного масла, особенно оливкового, вызывает сильный желчегонный эффект, сокращение желчного пузыря и максимальное раскрытие всех желчных протоков. Второе. Усиленному выведению желчи из печени способствуют кислоты. Лимонная кислота содержит содержащиеся в лимонном соке, стимулирует эту функцию и к тому же растворяет твердые выступы, крючки, которые удерживают желчные камушки в протоках. Этому же способствуют и некоторые травы, содержащие в себе летучие вещества. Третье. Лечение теплом. Наилучший способ уменьшения воспалений и болезненных спазмов в печени. Для этого мы часа за 3-4 до чистки Разогреем область печени и продолжим ее разогревать даже после приема масла и лимонного сока. К тому же нам известно, что камушки на 90-99% состоят из холестерина. Теплота их оплавляет, болевых спазмов не возникает и они свободно проходят по желчным протокам. Четвертое. И как нам теперь известно, желчные протоки обладают гладкой мускулатурой, способны расширяться до 2 см в диаметре, а при сокращении развивают такое усилие, что желчь выбрасывается под давлением 300 мм водного столба, а в экстремальных случаях давление может достигать 800 мм водного столба. Почти атмосфера пятое. Возможно обратное развитие, рассасывание желчных камней. Это происходит на почве отбухания коллоидов и образования трещин, а также частичным растворением в нормальной желчи. Здесь возможно действует в двух направлениях. А. Увеличить количество желчных кислот, которые понижают поверхностное натяжение желчи и тем самым способствуют отбуханию коллоидов с частичным растворением их. И Б. Увеличить коллоидную защиту. Разберем вариант А. В жире человека, плавящемся при температуре 15 градусов Цельсия, при температуре тела он жидкий, содержится около 70% алииновой кислоты. Эта кислота относится к ряду ненасыщенных жирных кислот. Важнейшее биологическое свойство ненасыщенных жирных кислот следующее. Первое. Способствует превращению холестерина в легкорастворимые соединения и тем самым способствовать выведению его из организма. Второе. Нормализующее влияние на состояние стенки кровеносных сосудов, повышение их эластичности и снижение проницаемости. Алииновая кислота плавится при температуре 13 градусов Цельсия. Причем она почти единственная жирная кислота, входящая в состав животных жиров, и поэтому ее содержание в этих жирах является главным фактором, определяющим температуру их плавления. Наиболее богато алииновой кислотой оливковое масло от 80 до 81%. А в подсолнечном его вдвое меньше 39%. Алииновая кислота почти полностью всасывается в кишечник и легко используется организмом в обмене веществ. Из этого раздела нам ясно, что мы идем по пути резкого увеличения ненасыщенных жирных кислот, которые действуют как желчные кислоты, растворяют холестерин в данной чистке и к тому же повышают эластичность стенок как кровеносных сосудов, так и желчных путей. К тому же они родственны организму и поэтому предпочитаем естественные продукты, их содержащие. Лучшим из этих продуктов является оливковое масло. Вариант Б заключается в следующем. В природе имеются защитные вещества, в основном высокомолекулярные соединения, как, например, белковые вещества, полисахариды и низкомолекулярные поверхностно-активные вещества, например, олеаты натрия и калия сапонины и другие. Такое защитное вещество собирается на поверхности коллоида, покрывая его сальватной оболочкой. Образующиеся таким путем защитные оболочки предотвращают слипание коллоидных частиц между собой и выпадение их в осадок. Желчь, как нам известно, содержит 84% воды. Эту воду надо насытить вышеуказанными защитными веществами, которые, проникая в микропоры желчного камня, вызовут отбухание коллоидов и последующее их растворение. Источники защитных коллоидов следующие. Первое. Сырые свежеприготовленные соки из овощей и фруктов. Второе. Свежая собственная моча, урина. Красящие вещества урины, взвешенные в ней, представляют собой нежнейшие частицы органического вещества. В суточной моче их примерно 1 грамм. Отсюда, собственно, урина, наиболее богатая и доступная защитными коллоидами вещество, употребляет лучше окрашенную в свой естественный желтоватый цвет урину, у бесцветно их мало, поэтому ее сбрасывают. Итак, мы разобрали главные физиологические механизмы, на которых основаны ниже приведенные чистки печени. Однако существует еще несколько дополнительных. Шестое. Лимонный сок обладает сильным кислым вкусом. Как утверждает китайская народная медицина, кислый вкус стимулирует функцию печени. К тому же эфирные масла лимонного сока действуют одновременно и как желчегонное средство и антисептик. Седьмое. Опять-таки по утверждению китайских врачей и иглотерапевтов, функция печени и желчного пузыря наиболее сильна с 23 до 3 часов ночи. Это является биологическим ритмом печени и желчного пузыря. Восьмое. Внушая себе, что желчные протоки расширяются, что желчь обильно выделяется, а также посылая мысленно туда энергию, мы усиливаем эффект. Девятое. По учению йогов, дыхание только через правую ноздрю вызывает разогрев организма и увеличивает его разлагающую силу. Десятое. Образование и выход желчи увеличиваются при усилении портального кровообращения и при наличии принятой пищи жиров. Это условие можно выполнить, если через некоторое время после приема пищи и сока лимона делать медленное, ритмичное дыхание йога с акцентом на подтягивание диафрагмы как можно выше во время выдоха. 11. В полнолуние увеличивается способность организма очищаться. Весной функция печени наиболее сильна, а осенью слаба. Перейдем теперь к описанию самих чисток. Вы теперь прекрасно знаете, на какие физиологические механизмы они будут опираться наиболее простое и эффективное очищение печени. В физиологических механизмах очищения печени описаны идеальные продукты, но в настоящее время оливковое масло и лимоны могут найти только единицы, хотя сейчас их полным-полно. Встал вопрос о равноценных заменителях и к величайшей радости их нашлось предостаточно. В качестве масла используют любое подсолнечное, рафинированное и нерафинированное, поджаренное. В качестве лимонного сока используют кристаллическую лимонную кислоту, а также естественные продукты с сильным естественным кислым вкусом, клюкву, облепиху, крыжовник и так далее. Как показала практика, очищение с этими заменителями идет так же, как и с идеальными ингредиентами оливковым маслом и лимоном. Автор убедился в этом на своем опыте. Об этом же говорят и другие люди, использовавшие заменители. Поэтому вы смело можете использовать вышеуказанные заменители подсолнечное, кукурузное масло. Кстати, лучше всего горчичное масло. Кристаллическую лимонную кислоту. Ее разводят так, чтобы раствор по вкусу напоминал натуральный лимонный сок. И естественные съедобные продукты с сильным кислым вкусом. Растут в вашем регионе весь секрет и эффект очищения печени заключается в предварительной подготовке смягчении организма смягчение в виде водных теплых процедур смотрите соответствующий раздел надо выполнить обязательно минимум 3-4 раза каждую тепловую процедуру заканчивайте кратким прохладным воздействием. Вот тогда из вас с первого раза обязательно посыпятся камушки и прочая дрянь. Последнюю смягчающую процедуру сделать за день перед очищением печени. Если вы за 3-4 дня до очищения будете питаться в основном растительной пищей, и потреблять большое количество свежевыжатого сока, например, одна часть свеклы и 4-5 частей яблочного сока и делать очистительные клизмы, например, с уриной раз в день, ваша предварительная подготовка будет идеальной. Наконец настает день самой очистительной процедуры. Желательно, чтобы это было на полнолуние, а вы сами свежи и спокойны. Утром после туалета сделайте клизму. Далее легко позавтракайте, предварительно выпив вышеупомянутый сок яблочно-свекольный или морковный. Также легонько по обедайте и через 1-2 часа начинайте прогрев области печени. Для этого приложите грелку с горячей водой или электрогрелку. Ходите с ней весь остаток дня до очистительной процедуры. Примерно в 19-20 часов начинайте саму процедуру очищения печени. Предварительно подогрейте масло и раствор лимонной кислоты или сока до 30-35 градусов Цельсия. Дозу подберите исходя из собственного веса и переносимости масла организму. В основном это от 100 граммов масла до 200 грамм. mom Итак, все готово. Стоят два стакана. Один с маслом, другой с соком. Вы делаете один-два глотка масла и запиваете тонкими же глотками сока. Минут через 15-20, если нет тошноты, вы повторяете. Ждете 15-20 минут и так несколько раз, пока не выпьете все масло и сок. Спокойно садитесь и смотрите телевизор или читайте книгу. Если вы плохо переносите масло и у вас начинает тошнит после первого приема то необходимо подождать столько чтобы эти неприятные ощущения исчезли и только тогда повторить прием растяните процедуру это не страшно, а даже полезно. Но если тошнота не проходит, ограничьтесь выпитым количеством и этого будет достаточно. Грелку можно снять, а можно продолжать держать. После того, как масло и сок выпиты, еще раз повторю, что количество выпитого масла и сока колеблется от 100 до 300 граммов, можно выполнить ряд мероприятий, которые усилят эффект. Примерно через 1-1,5 часа после приема ингредиентов сядьте в удобную позу, лучше на пятки, заткните левую ноздрю ваткой и дышите через правую. На язык положите немного жгучего перца, а на область печени аппликатор Кузнецова с металлическими иглами. Все это будет способствовать возбуждению, выработке энергии и теплоты с направлением ее в область печени. Дополнительно создайте Образ, что на выдохе. Вы направляете огненную струю в область печени. Дышите при этом медленно, плавно, от 4 до 6 раз в минуту, сильно работая диафрагмой, то есть подтягивая ее вверх. Выпячиваете живот на вдохе и поджимаете его повыше на выдохе. Этим вы обеспечите прекрасный массаж печени, увеличите в ней кровообращение и промойте от шлаков и сгустков. Такое дыхание делайте. 15-30 минут. Отдохните часок и можно повторить. Промежутки отдыха положите на область печени магнитный аппликатор или просто магнит. Магнитотерапия является важным фактором, усиливающим капиллярное кровообращение. Ученые установили, что красные кровяные тельца только за счет одного кровяного давления не в состоянии пройти по капиллярам. Главный механизм их продвижения заключается в том, что в расширенном конце капилляра давление приближает красные кровяные тельца друг к другу. Далее, за счет того, что они имеют одноименные электрические заряды, они отталкиваются друг от друга в сторону меньшей концентрации, и за счет этого передвигаются по капиллярам. Особенно важно это использовать для улучшения кровообращения в печени, в которой имеется уникальная венозная капиллярная система. Вдобавок магнитное поле активизирует ферменты, которым по очистительной процедуре отводится немаловажная роль. Все это вместо взято: теплота, активность ферментов, усиленный кровоток, Увеличение заряда красных равных телец. Мощная подача свободных электронов, активатором ферментов, саппликатора. Позволит вам раздробить, расплавить, промыть и выгнать вон весь мусор и камни из печени и желчного пузыря. Эти ухищрения позволяют задействовать самые глубинные уровни организма, ответственные за жизнедеятельность и очищение, а также восстановление. Никакая другая очистительная процедура не влияет так могучи, как выше описано. Примерно в 23 часа, либо позже. Бывает и под утро, когда биоритм печени и желчного пузыря максимален, начинается извержение камней и нечистот. Это выражается в прослаблении. Вы увидите все добро, нажитое с помощью неправильного образа жизни, извращенного питания и сразу поймете, что так жить нельзя. Ни о каком здоровье речи не может быть, если это добро остается в организме. Обычно утром еще раз прослабляет и может может выйти еще большее количество камушков и мазутообразной желчи. Дополнительно сделайте очистительную клизму. Немного отдохните и можете поесть. Первая еда желательно должна состоять из пол-литра сока морковного, яблочно-свекольного. Запоминайте, одна часть свекольного сока, 5 частей и более яблочного. Сок дополнительно промоет вашу печень. Только после этого можете есть салаты, кашку на воде и вступать в обычную жизнь. Параграф 6. Практические рекомендации по очистке и оздоровлению печени. Как показала практика, для мужчин и женщин с массой тела до 60-65 кг, а также в зависимости от того, как человек переносит масло, первую чистку лучше сделать с 200 граммами масла, чтобы не было рвоты а можно и меньше, со 100 граммами даже. В последующих чистках можно увеличить дозу масла до 300 граммов, а можно оставить такой же, и это будет достаточно. Если через некоторое время возникла рвота, и в, в рвотных массах обнаружены какие-то слизистые включения, зеленого, черного и тому подобного цвета, то это указывает, что масло и сок сработали в желудке, очистили его от имеющейся там патологической пленки. Это у некоторых бывает при первой чистке. Вторую проделайте с меньшим количеством сока и масла, а в третью слегка увеличьте. Во время чистки старайтесь быть расслабленными, спокойными и отвлеченными. Как правило, во время чистки с помощью масла и лимонного сока никаких болей не ощущается. В некоторых случаях, когда происходит сильное опорожнение, изгнание, вы чувствуете, будто печень дышит. Вот и все. Поэтому не бойтесь, ибо страх спазмирует сосуды и желчные протоки. Из-за этого может ничего не выйти. И это другая причина рвоты. Если же у вас по какой-то причине возник страх, беспокойство или нервозность, связанные с ожиданием, и чувствуете себя зажатыми, скованными, выпейте две таблетки ножпы и успокойтесь. Все остальное произойдет автоматически. Не делайте чистку печени после тяжелой работы, после длительных голоданий. Отдохните 3-5 дней, наберите сил, иначе могут быть два варианта. В первом вы просто сидите масло и лимонный сок, во втором сильно истощите себя. Помните, это все-таки вторжение в печень и ей нужны силы для этого чрезмерного напряжения. Вы сами почувствуете, как она вибрирует и дышит, особенно во время первых чисток. Сколько раз и когда надо чистить печень? Первая чистка наиболее трудная. Организм затрачивает много сил. Бывает, что в первый раз выходит очень много старой желчи, плесени, белесоватой нити, а камушков почти нет. Это не значит, что чистка прошла неудачно. Все в норме, просто печень очень сильно забита, и только на второй и все последующие разы посыпятся камни. Вторую и последующую чистку делайте по самочувствию, они будут гораздо легче. Например, я делал три первые чистки с интервалом три недели, четвертую через месяц, пятую через два. На следующий год сделал еще две и затем на другой год уже одну. Вы можете следовать рекомендациям Андреева, одна чистка в квартал. Я же советую через месяц в полнолуние сделать первые 3-4 чистки. Помните, чем быстрее избавитесь от грязи в печени, тем скорее нормализуется пищеварение, кровообращение и обмен веществ. И чиститься надо до тех пор, пока никаких сгустков выходить не будет. Кстати, есть такое возражение, что, мол, вот эти камушки, выходящие зеленые, это реакция между маслом и лимонным соком в кишечнике. Так вот, я, ответственно, заявляю, что если бы это была такая реакция, то камушки выходили бы при каждой чистке. А так как вы сделаете 3, 4, 5 чисток, и после никаких камушков выходить не будет. Будет. Возникает законный вопрос: зачем нужно так много чисток печени? Да потому, что печень состоит из четырех долей. За одну чистку полноценно успевает прочиститься одна доля. Смотрите соответствующий рисунок. За вторую следующая и так далее. Если хотя бы одна доля будет забита, какой-то вид обмена будет по-прежнему страдать. Знаете и такую особенность, что камушки в печени и желчных протоках Откладываются медленно, принимая форму протока со сглаженными краями. В таком виде они особенно не беспокоили стенки желчных протоков, не раздражали их. Проводя чистку, вы их дробите, выгоняете. Форма и положение их меняется, и поэтому оставшиеся камушки могут своими шероховатостями раздражать стенки желчного протока и пузыря, вызывая их воспаление. Это касается особенно тех, у кого имеются твердые камни. Во время последующих чисток они уменьшаются и затем свободно Выйдут. В древнекитайской книге Сувэнь о печени говорится следующее. «Болезни печени». Выздоровление летом. Если летом нет выздоровления, обострение осенью. Осенью не умер, ожидая зимы. Весной запрещается стоять на пути ветра. Печеночные больные на рассвете разумны. После полудня обострение. Полночь спокойные. Прокомментируем это. Лицам с больной печенью не рекомендуется производить чистку печени осенью. Согласно китайской биоритмологии, в это время года она наиболее слаба и чистка в это время может отнять у организма последние силы, что ухудшит состояние больного. Наиболее целесообразно, после того, как вы очистите ее от 4-5 раз в течение первого года, проводить эту чистку профилактически весной, особенно в марте, когда начинается движение соков у деревьев. В это время печень наиболее сильна. Но в это время весной постарайтесь не быть на ветреной погоде, чтобы патогенная биопогодная энергия ветра не внедрилась в ваш организм и не повлияла на печень. Примерно то же рассказывается и в джудши. Ветер проявляет себя в период роста растений. Желчь начиная с лета. В летнее время маслянистая и прохлада накапливают желчь, но в движение она не придет. От маслянистого и тепла она осенью возбудится, а стихнет от прохлады в начале зимы. Питание после чисток печени и профилактика. Есть лишь по появлению аппетита. Выпить свежевыжатый морковный или яблочный сок со свекольным. Яблоки желательно кисловатого вкуса. Тогда в смеси со свекольной получается очень хорошая на вкус смесь. Вообще свекольный сок уникальный продукт. Минеральные вещества в нем находятся преимущественно в щелочных соединениях. При исследовании действия свекольного, морковного и капустных соков выяснилось, что наиболее эффективная желчь выделяется именно от свекольного сока. Желчегонные свойства свеклы были известны древним целителем. Так Авицен написал. Свекла открывает закупорки в печени и селезенки. Наш современник доктор Окер уже с научной точки зрения установил великолепные очищающие свойства свекольного сока благодаря наличию в нем живых атомов хлора. А наши ученые нашли в свекле бетаин, который в других овощах пока не обнаружен. Бетаин уникальное вещество по химическому строению близок к холину и лецитину. Известным регулятором обмена веществ, бетаин способствует усвоению белков, улучшает работу печени. В свекле находят сапонины, связывающие холестерин в кишечнике в трудно комплекс. Вообще же сапонины служат основой для получения лекарств против склероза. Также имеется в свекле и витамин У. Этот витамин способствует заживлению язв, обладает противосклеротическим действием, улучшает обмен холестерина подобно метионину, обладает противоаллергическими свойствами. Содержащиеся в свекле магний регулирует сосудистый тонус и препятствует образованию тромбов в сосудах. Советский ученый Тонин многочисленными опытами доказал, что в некоторых овощах и фруктах содержатся фитонциды, губительно влияющие на микробы. Из овощей фитонциды содержат прежде всего лук, чеснок и морковь. Употребление этих овощей способствует очищению полости рта, желудка, кишечника от микробов. А морковь имеет еще то преимущество, что лишена специфического запаха, который отпугивает от лука и чеснока. Целительные свойства Вышеуказанных соков помогут быстро восстановить вашу печень, Особенно это касается пожилых людей. Затем салат из свежей зелени, чуть подкисленный или подсоленный, желательно чем-либо натуральным, лимонным соком, клюквой, морской капустой. Далее каша, сваренная на воде. Можно добавить немного масла, морской капусты. Так можно пообедать и поужинать. На следующий день можно разнообразить питание. Теперь можно перейти к правильному питанию, чтобы печень лишь укрепилась. Вообще, печень очень хорошо восстанавливается. Например, у собак и других животных при удалении 75% ткани печени полное восстановление происходит в течение 8 недель. Однако необходимо знать какие продукты особенно вредны для печени и исключить их из своего рациона питания. К таким продуктам относятся жареное мясо и рыба, крепкие мясные бульоны, рыбные навары консервы, копчености, жирные закуски, особенно холодные и подвергшиеся действию высокой температуры. Пища, богатая крахмалами, особенно белая мука, сдоба, забивает ткани печени и делает ее твердой. Трудно переносится при болезнях печени бобовые и грибы. Запрещается уксус, перец, горчица, маринады, репа, редис, редька, лук, чеснок, щавель, шпинат, крепкий кофе и какао, алкоголь. Острые блюда и продукты с острым вкусом отрицательно влияют на оздоровление печени. Древние целители подметили, что вкусовые ощущения стимулируют разнообразные энергии в организме, а уже посредством их происходит стимуляция функций органов так кислый вкус стимулирует функцию печени и желчного пузыря. Косвенно стимулирует печень слабосоленый вкус, угнетает терпкий и острый вкус. Как установлено современной наукой, продукты с острым и терпким вкусом оказывают повреждающее влияние на слизистую облочку желудка и двенадцатиперстной кишки помимо печени. Отсюда желающим оздоровить функцию печени надо почаще включать в свой рацион продукты с естественным кислым и соленым вкусом и избегать продуктов с терпким и острым. Если вы перестимулировали печень вышеуказанными вкусами, то нас сигнализирует об этом появлением кислого вкуса на языке. В этом случае уменьшить продукты с кислым и соленым вкусом вкусами и чуть увеличить продукты с терпким и острым. Необходимо добиться гармонии в этом отношении, исчезновения каких-либо вкусовых ощущений в промежутках между едой. Для больных с заболеваниями печени и в качестве укрепления ее особенно важны витамины А, С, Б, К. Особенно способствуют нормализации печени витамины группы В. Так В6 повышает антитоксическую функцию печени. Особенно много его проросшей пшеницы, пивных дрожжах, ПП участвует в энергетическом обмене клеток печени, препятствует их гибели. Опять проросшая пшеница, дрожжи, помидоры, яичные желтки. Фолиевая кислота и В12 принимают участие в обмене белков, ферментов и окислительных реакциях способствуют синтезу белка и рассматриваются как факторы роста. Установлено активизирующее влияние витамина В12 на регенерацию печени. Витамин К принимает участие в факторе свертывания крови, повышает энергопотенциал печеночной клетки. Его недостаток в организме возникает при нарушении желчеотделения и всасывании жира в кишечнике. Эти витамины в больших количествах содержатся в вышеуказанных продуктах. Аскорбиновая кислота, витамин в количестве до 1 грамма в сутки улучшает деятельность печени, повышает ее антитоксическую функцию и усиливает регенеративные процессы. Салаты из капусты, настой шиповника, яблочный сок и другие. При заболевании печени и желчных путей нарушается всасывание минеральных веществ и усиливается их выведение из организма. Натуральных минеральных веществ очень много в вышеуказанных соках. Причем в легко усваиваемой форме, а также в овощах и фруктах. Бессолевая диета снижает образование и выведение ферментов в желудочно-кишечном тракте, печени и желчных протоках и тем самым создает покой больным органам. Очень важно при составлении диеты с заболеваниями печени, учитывать состояние кишечника. Нужно устранить запоры в противном случае наличие запоров усилит гнилостные процессы в кишечнике, всасывание в кровь токсических веществ, которые через воротную вену попадают в печень, Ухудшая ее состояние. Излечение в этом случае затягивается. Из вышеперечисленного становится ясно, что наиболее предпочтительны свежие овощи и фрукты, особенно возбуждают секрецию желчи, свекла, морков, кабачки, томаты, цветная капуста, виноград, арбуз, клубника, яблоки, чернослив. Включение зюрин проросшей пшеницы усиливает исцеление печени. На основе проросших зерен пшеницы готовят смесь. 100 граммов проросших зерен пшеницы перемолоть на мясорубке и добавить в эту перемолотую массу, перемолотую свеклу также 100 грамм, морковь 100 грамм, сушеные абрикосы 100 грамм, клюквы 50 граммов или лимонного сока. Немного меда с тем, чтобы вкус смеси получился с кислинкой. Приятный на вкус. Эту смесь потреблять вместо каш или через день. Раз каша, раз смесь. Соотношение компонентов в смеси может быть разное, но 100 граммов проросшей пшеницы обязательно. Сливочное и растительное масло добавляют только в готовые блюда, а не в процессе кулинарной обработки. Наиболее рациональным является 4-5 разовое питание. Данное питание справедливо при болезнях печени. Более редкий прием способствует накоплению жира застою желчи, развитию дискинезии желчных путей и их воспалению. Итак, ваша еда – свежевыжатые соки, салаты, каши и смесь. Все это постарайтесь разнообразить, овощи слегка тушить, кушать помимо каш, орехи, картофель тофель, творог. Еще раз указываю больным печеночными заболеваниями на употребление свежевыжатых соков в количестве до 2 литров в день. Они улучшают кровообращение в печени и функциональное состояние клеток печени, повышают гликоген образование увеличивают транспорт глюкозы к тканям, нормализуют обмен глюкозы, белков, жиров, электролитов. Под влиянием их изменяются физико-химические свойства желчи, уменьшается ее вязкость, увеличивается содержание желчных кислот и снижается концентрация холестерина. При понижении секреции желудка свежевыжатый сок принимается за 15-20 минут до еды. При повышенной секреторной функции желудка за 1-1,5 часа до еды. При нормальной кислотности желудка за 30-45 минут можно использовать желчегонные средства, бессмертник, кукурузные рыльца, перечная мята, зверобой, пижма, корень одуванчика, шиповник. Рецепт отвара. Бессмертник, кукурузные рыльца, зверобой. Из расчета на одну столовую ложку сухих трав один стакан воды. Употреблять по 100 граммов 2-3 раза в день до еды. Другие средства для укрепления функции печени. В качестве стимуляции функции печени желательно использовать обливание всего тела холодной водой, желательно ледяной. По утрам на рассвете. Противопоказанием этой процедуры будет больное сердце. После этой процедуры разотрите область подмышечных впадин, ибо при поражении печени энергия задерживается в подмышечных впадинах. Такие растирания подмышечных впадин можно выполнять еще 2-3 раза в течение дня от 2 до 5 минут. Избегайте сухого климата, в частности саун с сухим паром. Это вредно для печени. Согласно аюрведической традиции, жара и сухой воздух способствуют перевозбуждению жизненного принципа желчи который отвечает за функцию печени из упражнений поддерживающих и стимулирующих печень. Особенно полезна бхастрика пранаяме. Описание смотрите в разделы «Толстый кишечник» и комплекс ягических упражнений с вами Шивананды. Эти упражнения дыхания – прекрасный внутренний массаж всех органов брюшной полости и, конечно же, печени. Вспомните, печень мягкой консистенции и подвижна, будучи фиксирована к диафрагме, следует при вдохе и выдохе за ее движениями. Ритмичное сжатие и расслабление позволяет лучше снабжать печень кровью, а также доставлять питательные вещества и кислород способствуют отходу желчи ниже приведенные асаны помогут вам более целесообразно воздействовать на печень в качестве дополнительной нагрузки асаны подбирают индивидуально в соответствии со своими возможностями первая асана насика спрушта джану паршвасана широко расставив руки и ноги упритесь ими в пол повернув корпус лицом вниз. Затем поднимите корпус как можно выше. Сгибая руку, переместите центр тяжести на одну сторону. Согните ногу в колени и коснитесь головы или носа, наклонив голову. Повторите то же самое в другую сторону. Упражнение является хорошей нагрузкой мышцам живота, спины, грудной клетки и шеи, а также вылечивает заболевания печени, селезенки и так так далее. Второе. Артха Мациндрасана. Сядьте, вытянув ноги. Согните правую ногу и поместите пятку между анусом и мошонкой. А левую ногу перенесите через правое бедро и поставьте на пол. Положите правую руку на колено правой ноги, а левую руку заведите за спину. Ухватитесь за бедро правой ноги. Повторите упражнение в другую сторону. Упражнение устраняет недостатки в развитии грудной клетки, живота, спины, шеи, рук, ног и так далее. Предотвращает заболевания печени и селезенки, сгущает семя, прекращает ночные полюции и полностью вылечивает крыжу аппендицит. Третье. Гарбхасана. Зародыш. Сядьте в подмассану. С силой проденьте руки между бедрами и лодыжками. Согните руки в локтях и подоприте щеки кулаками. Все достоинства вышеописанных упражнений достигаются выполнением этой асаны. Помимо того, вылечивается заболевание печени и селезенки. Четвертое. Доласана. Лягте на живот, вытянув вперед руки и ноги по прямой линии. Поднимите руки вверх и ноги и раскачивайтесь взад и вперед. Упражнение способствует уменьшению жировых отложений на животе, увеличивает аппетит, вылечивает заболевания печени и селезенки, устраняет недостатки в развитии мышц грудной клетки и плечевого пояса. Вы будете красивы и гармоничны. Пятое. Артха Шалабхасана. Лягте на живот, вытянув руки вдоль тела, и положите тыльную сторону кистей на пол. Приподнимите голову, устремив взгляд вверх и вперед. Поднимите одну ногу вверх, не сгибая ее в колени. Повторите упражнение, приподняв вторую ногу. При выполнении упражнения носки вытянуты. Упражнение устраняет боли в спине, вылечивает заболевания печени и селезенки. Некоторые женщины, страдающие от острой боли внизу живота, от которых можно избавиться, практикуют. 6. эту асану. Шестое. Пруштха валита врикшасана. Сядьте прямо, широко расставив ноги, не сгибая ног, Наклонитесь назад и попробуйте коснуться рукой пятки. Вторую руку необходимо отвести назад. Повторите упражнение в другую сторону. Оно обладает теми же преимуществами, что и предыдущее упражнение, но вылечивает заболевания печени и селезенки. 7. Бхуш прута джану пруштха валитасана. Встаньте на колени, соединив их вместе. Наружная часть ступней должна касаться пола. Носки необходимо оттянуть. Поднимите обе руки и отведите их назад, пытаясь коснуться пола. Упражнение обладает всеми преимуществами предыдущего упражнения, а также вылечивает заболевания печени, селезенки и грыжу. Восьмое. Бху спрушта экопада сарвангасана. Лягте на спину, вытяну и соединив вместе ноги. Поднимите все тело вертикально по отношению к полу. Поддержите спину руками и опираясь на шею и затылок. Затем ладони положите на пол одну ногу оставляя на месте, а вторую наклоняя к земле, к голове, пока не коснется пола. Затем поменяйте положение ног. Повторите упражнение 4-5 раз. Упражнение устраняет заболевания печени и селезенки, лечит грыжу, аппендицит, усиливает аппетит, устраняет ночные полюции и продлевает жизнь. Девятое. Майорасана. Стать на колени, поместить руки на пол, причем пятки ладоней, то есть кости запястья, находятся на одной прямой с раздвинутыми коленями, пальцы направлены вниз, мизинцы и боковые стороны кистей, продолжение от мизинцев к запястьям, должны касаться друг друга, чтобы кисти были в контакте между собой. Наклоните верхнюю часть туловища, глядя далеко перед собой, приблизьте локти друг к другу, насколько возможно. Для того, чтобы поза была совершенной, они должны касаться друг друга. Это вообще невозможно сначала. Поместить область пупка против локтей. Потихоньку наклонитесь вперед с тем, чтобы оторвать носки ног и выпрямить тело ровно. Действие на пищеварительные органы ⁇ желудок, печень, селезенку. Сжатие брюшной аорты влечет за собой приток крови к желудку, печени и селезенке. Юги особенно подчеркивают воздействие этого упражнения на селезенку. Если через 4 или 5 часов... После обильного приема еды пищеварение еще не окончилось, то майор Асана урегулирует этот вопрос в несколько мгновений. Она полезна в борьбе с несварением желудка. Что касается застоев крови в селезенке печени, то упражнение рассеивает их в мгновение ока. Асана подавляет вялость и порожняет желчный пузырь. Она борется также и с заглатыванием воздуха. Послесловие к двум главным очистительным процедурам очищению толстого кишечника и печени из всего содержания предыдущего материала вы обязаны уяснить себе главное первое внутренняя грязь образующаяся от неправильного питания помните что существует не менее страшно умственная грязь которая откладывается в каждой клетке тела так вот внутренняя грязь в первую очередь скапливается в толстом кишечнике. В итоге этот орган, снабжающий нас дополнительными питательными веществами, делающим наше питание полноценным, как мы знаем, в нем образуются под действием микрофлоры и биоплазмы и особого пространственного устройства толстого кишечника питательные вещества и элементы, которые с пищи не поступают десятки лет, превращаются в самую большую свалку организма, источник рассады болезней и отравлений. Еще раз прочтите раздел «Система очищения организма и толстый кишечник». Благодаря тому, что в нем происходит преимущественно всасывание воды в кровь, все шлаки и яды, и прочие отбросы лавиной поступают в наш организм. Неважно, насколько от природы сильны ваш организм и обезвреживающие системы, знайте, что венозная кровь нижнего отдела прямой кишки не проходит через печень, а попадает неочищенной прямо в сердце. Если прямая кишка грязная, от запоров, насильственного, недостаточного стула и так далее, то кровь от нее насыщена так, токсинами, нечистотами, подрывает основу всей нашей жизни, приводя к столь распространенным сердечным заболеваниям, сердечная недостаточность, порог и так далее. Современное лечение этих болезней бесперспективно, ибо сердце, как и любой другой орган, восстанавливается от чистой здоровой крови, а она постоянно грязна. В итоге вы страдаете от собственного невежества, безграмотности и никакие импортное лекарства, заграничное лечение вам не помогут. Вот почему автор заостряет ваше внимание на самой главной и первой процедуре очищения и восстановления толстого кишечника, питательного корня организма. После капитального очищения вам необходимо будет микроклизмочками из упаренной урины поддерживать в нем чистоту и изредка проводить профилактические курсы 2-3 раза в год. А вообще достаточно правильное питание, чтобы толстый кишечник оставался чистым и здоровым правильного. Второе. При современном, неестественном, рафинированном питании наша печень, которую называют тибетцы царица старша, засоряется невероятно быстро. Добавьте к этому постоянный поток грязи и токсинов, идущий от толстого кишечника. Но резервы печени колоссальны. Установлено, что примерно в 30-40 лет большая часть печеночных клеток, это 50-60%, уже за Добиты и выключены из жизнедеятельности. Человек внешне выглядит здоровым, но скрытая патология уже делает свое черное дело. Он быстро устает, легко заболевает, появляются хронические болезни, идет быстрое угасание жизнедеятельности. Лечение в этом случае различных болезней, кровообращения. Дыхание, пищеварительной и нервной системы, кожи, гормональное расстройство, онкозаболевания и так далее, идущих от одного и того же корня грязной крови, ее застоя венозной системы, то есть скрытая или явная портальная гипертония, медикаментозно без бесперспективно. Но накачали вас лекарствами, а экстрасенсы энергии и что? то печень все равно не выполняет должным образом своих функций. Она а орган пищеварения, кровообращения и обмена веществ. Кровь грязная и к тому же плохо циркулирует. Если происходит застой крови, это верный симптом, что застой энергии уже произошел много раньше. В итоге клетки организма оказываются на голодном пайке. Нет регулярного подвода питательных веществ. В полуудушенном состоянии, так как с слабая доставка кислорода и отток углекислоты, они по уши в собственной грязи. Шлаки и яды, отмершие клеточные органы скапливаются внутри клетки из-за слабости кровотока и его загрязненности. И, наконец, отсутствие гуморальной и прочей регулировки жизнедеятельности клеток организмом, то есть отсутствие регулировки со стороны организма, мутации внутри него из-за собственной грязи, толкает их на совершенно другое развитие – раковое. И здесь мы страдаем от собственного невежества. А действовать надо быстро и радикально. Очистить Печень. Восстановить ее функции тогда масса хронических и страшных болезней исчезает сама собой. То есть важно восстановить внутреннюю чистоту организма, и болезни исчезнут сами собой, многие болезни. Поэтому следующая очистительная процедура после чистки толстого кишечника – чистка печени. Очистив и восстановив ее, вы обновляете весь организм. Надеюсь, теперь вам ясна причина последовательности вышеуказанных процедур и почему одна очистка без другой малоэффективны. Растолковав суть этих наиглавнейших очистительных процедур толстого кишечника и печени, автор дает вам самый надежный ключ к вашему собственному здоровью. Данная методика есть вершина врачебного искусства – Восстановление организма его собственными силами. В основе этой методики лежит многовековой опыт, который теперь подтвержден современными знаниями и одухотворен творческим подходом автора. Вам остается лишь применить ее, чтобы вновь возродиться.